Ты моя солнышко. Обедать. Не, Масик, я по самолете поел, прости, пожалуйста. Тефтели, котенька, рыба, все есть. Не, Мусь, я кофеечку. А тетя тут уже альбом делает. Вчера убиралась в комнате и нашла альбом потрясающий. Ты уже аж 100 лет не видел эти фотки. Какие вы смешные здесь вообще, хорошенькие. О, школьнички. Да. Как вчера, мам. Слушай, я завтра в Питере еще свободен. Может быть, с ребятами встретиться попробовать, а? Где там наш чатик? Ага, вот он, одноклассники. Всем привет. Встречаемся у школы. Едем к нашей дорогой учительнице. Ну, поехали. Кто там у нас? А, у народ. Отлично. Ах ты, Мария. Ты мой красавчик. Раритетик прям. А вот так. Отлично. Вот сейчас зажигают в окнах свет. Я спешу на свидание, словно в полусне. Теплый май, мне 17 с лишним лет. И я лечу к тебе на крыльях страсти. Ну скажи, как без тебя я раньше жил. Как ты была красива. Просто неотразима. Помню, как ливень сильный волосы целовал. Как ты была красива. Вспоминал я эти дни. Все продал, только повторились бы они. Как сейчас вижу наш с тобой рассвет. Как ты сказала мне, что нас двоих счастливей нет. На целом свете нас счастливей. Красива, просто неотразима. Помню, как ливень сильный волосы целовал. Как ты была красива и отражалась синим небом, бездонно синим в твоих глазах. Небо бездонно синих твоих глазах.